для сфер качества жизни, например, современных реабилитаций для людей с ограниченными здоровьем. Мы обязаны поддержать высокотехнологичные компании, выстроить благоприятную среду для стартапов, для быстрого внедрения новых разработок в производство. Главное, барбекю будет. Речь идет о удобной инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, защите интеллектуальной собственности, техническом регулировании и венчурном финансировании. Наше технологическое развитие должно опираться на... Чуть больше 2%. Конечно, мы с вами понимаем. Дим, как думаешь, Путин... Дим, как думаешь, Путин правду говорит? Правду говорит Путин. Все эти монопольные службы. Да, говорит. Инфляция, конечно. Ну, видимо, он за Путина может и укусить. Может и укусить за Путина. Если кто будет сомневаться. Смотри, помощника Грудинина кусает. На меня напал! Чувствует, что я не буду голосовать за Путина.